Всем привет! Сегодня готовим рыбную солянку по рецепту Сергея Цыгаля. Совсем недавно я был на кулинарном вечере в клубе имени Кожухова, и там Сергей Цыгаль, известный путешественник, художник, готовил солянку по своему рецепту вместе с Михаилом Александровичем Ширвиндом. Я оттуда это все... Во-первых, я участвовал в приготовлении. Я оттуда все запомнил, порядок приготовления, продукты, которые я сейчас вам перечислю. И сейчас хочу воспроизвести это у себя на канале. Значит, вкус получился обалденный. Мы сейчас ставим несколько кадров из того мероприятия. Значит, для приготовления рыбной солянки нам потребуется два вида рыбы. В данном случае это морской окунь. Несколько филешек я таких взял, красивых. Значит, уже их разморозил. Просто водой чуть-чуть залил холодненький, и все. И треска. Значит, помидоры в собственном соку. Зелень, лук, укроп и петрушка. Оливки. Можно и маслины тоже, но без косточки. Каперсы, обязательный ингредиент. Подсолнечное масло. Лавровый лист, чеснок, острый перец, лук-порей, одну штучку, больше не надо. Корень сельдерея, не целый, естественно, а часть мы срежем для того, чтобы легкости придать. Также легкости этой такой особой кислинки, легкости придаст один лимон и один лайм. Две довольно больших луковицы, это солянка, луковицы там обязательно. Морковь и немного картошки по вкусу. Можете не закладывать картошку. Я положу немного картошки, она тоже здесь не помешает. Вот примерно такой список ингредиентов. Еще будет дробленый перец, который я взял горошком и раздроблю у себя вот в этой ступке. Все. В подсоленую воду закладываем рыбу, порционно нарезанную рыбу. Лучше взять для этой солянки именно морскую рыбу, так, чтобы не было костей. Берем раз. То же самое делаем с треской. Такие большие кусочки. Мне эту треску привезли из Мурманска. Знакомый друг. Вот такие большие кусочки прямо. Пусть они дразнят. Ах, и радуют прямо. Порционно нарезанную рыбу закладываем в слегка подсоленную воду. Почему в слегка подсоленную воду? Ну, для того, чтобы хватило только для рыбы. И воды там много не надо. То есть полностью закладку воды не надо. Нам нужно распределить. Смотрите, здесь в оливках соленый бульон, каперсы соленые и помидоры в собственном соку тоже не без соли далеко. Поэтому давайте частично дробить, вот как я люблю, чтобы частично тут подсолили, тут подсолили, тут в меру подсолили, а потом уже в конце смотрим, что нам нужно сделать с солью. Кому нравится такой уровень, оставляет такой. Кому нравится больше, тот, пожалуйста, подсаливает себе по вкусу и выравнивает соль уже у себя в тарелке в собственной. Поэтому по соли надо быть аккуратным. Это хоть и солянка, но все, вперед. Треска ушла, и за ней потихонечку начинает уходить окунь морской. Вот так вот. Так, это пока в сторону. И начинаем делать лук. Помидоры в собственном соку. Нам нужно разрезать, прямо вот сюда можно не разрезать даже, а вот сюда вот раз, выливаем. Сейчас их я раздербаню. Как раз то, чем я занимался на кулинарном вечере. Так вот, раз, раздербанили их.
на части, чтобы они разварились. А прямо так вот крупно сделаем, да и все, да? То есть кольцами. Мелко, но кольцами. Вот так, какая красота, смотрите. О, смотри, сними заставочку, снимите. Теперь этот лук закладываем вот сюда. Солянка – это много лука, поэтому я три вида лука сразу сюда закладываю. Все, пошли ставить вот это все на плиту. Ну вот посмотрите, положил две луковицы больших и лук-порей. И получилось так, что как будто бы помидорки-то и пропали. Вроде банка хорошая в томатном, его достаточно, но чисто визуально вот такая и есть несостыковка. Если мы учимся, ну, выходить из положения, там, мало ли, всякое бывает, того что-то не хватило визуально. Надо, чтобы все было красиво на каждом из этапов. То вот было мною принято решение положить туда вот такую ложку томатной пасты и вот еще такую ложку томатной пасты. Так что мы еще вписываем в ингредиенты, в описание, томатную пасту, 2 столовых ложки. И еще добавляем сюда, соответственно, подсолнечное масло и все перемешиваем. И вот сейчас мы увидим, как это все дело изменилось и уже больше похоже на зажарку от луков в томатной пасте. Средний. Картошку средней величины кубики должны быть, не крупно, и немного картошки совершенно, там чуть-чуть сделайте, 4 там 3 штуки в зависимости от размеров этой картошки. Пойду заложу сразу же, а потом буду продолжать, чтобы она не потеряла температуру кастрюля. Угу. Иногда просто процесс очень затягивается из-за того, что надо кому-то снять, а кому-то уйти и так далее, и так далее. Вот мы когда построим новую студию, там будет немного все по-другому, более логично построено. Потому что у нас как бы домашняя кухня, и плита стоит там. Если бы она была здесь, то было бы совершенно понятно, что... логика, камеры расставил и снимаешь все четко получается. У нас сейчас все по-домашнему. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны для съемок не всегда удобно. Но студия делается. Как-нибудь я вам ее обязательно покажу. Студия будет огромная, большая, высокая, красивая, светлая. Ни у кого такой студии не будет. Из блогеров. Повыпендриваемся немножко, что ж. Пусть подтягиваются, пусть строят красивые студии. Я заметил, многие блогеры стали активно использовать в своем ассортименте супы, выкладывать. Наступаем нормально на пятки. С нами начинают считаться и понимают, что ух, упустили момент, и ниша-то уже занята. Значит, прямо целый. Рискнем солянку сделать острой. Острую делаем. Семечки не вытаскиваю. Все. Ну ладно. Так, чеснок еще надо нарезать. Оставшийся раздавить и нарезать, и погнали. Надо как-нибудь сделать обзор. У меня многие подписчики, я вот неоднократно читаю комментарии и просят
рассказать о том, какое оборудование делается. Здесь у нас стоит. Я без рекламы, без какой-то там этой выпендрежа расскажу, что какая у нас техника стоит, потому что я ее собирал в большинстве случаев не для того, чтобы показывать ее в блоге, а просто для дома покупал технику, которая мне кажется, которая вот лучше в том или ином сегменте по цене, качеству и по моим представлениям, естественно, о том, что вообще мне нужно. Ну ладно, пошли закладывать все. Итак, два пути, как обычно, около плиты есть два пути. У нас есть рыба и картошка варится в кастрюле, и лук с помидорами и с томатной пастой варится, тушится в сковородке. Нам надо распределить морковь и корень сельдерея. Мы можем в сковородку его положить, а можем положить в кастрюлю. Мне нравится в данном случае положить его в кастрюлю. Вот, это я сюда, вот, с картошечкой. Она будет свариться, все. Там все кипит, все хорошо. И пусть спокойно варится. Второй момент. Чили и чеснок. А вот это я уже буду закладывать вот сюда. Вот сюда. Ох, целую острую прямо штуку мы сюда забабахнули. Думаю, ребята, нам мало не покажется. Значит, дробленый перец по тому же самому принципу. Все, тоже сюда. Ну, где-то почти чайная ложка. Это, ребята, солянка. Это не просто какой-нибудь супчик там картофельный, такой с нейтральным вкусом. Это солянка. Тут должно быть все такое серьезное, конкретное и много. Поэтому здесь почти чайная ложка свежедробленного перца такого, не выдохшегося. Так, в кастрюле все кипит, в сковородке все кипит. Пришло время это все дело дружно соединять. Выключаем сковородочку. И вот сюда вот как раз получится. У меня опять все под завязку, не знаю, места останется, нет. Ужас. Вот так вот раз. Вот такая, смотрите, какая тема хорошая. Все. Соединили. Кипит. Видите, кипит. Угу. Температура не потерялась, что очень важно. Дальше, туда. Работаем все каперсы. Прямо пачку. Много. С бульоном. Бабах. Дальше туда все оливки. Я вас предупреждал. С бульоном. Бабах. Видите? Как обычно, совсем мало места свободно. Туда 3 лавровых листа. И вот тут у меня есть специальная походная такая досочка, на которой я сейчас разрежу лимоны, и лимон, и лайм, и выдавлю туда все. По большому счету, так-то, можно бросить туда, но тут места уже нету. Я потом обработаю это все дело вот так вот, вот так. Вот так. О, хорошо. О, так, и лайм. Лайм другой вкус. Не надо путать эти вещи. Он экзотический, более экзотический вкус.
Лимон все-таки мы подзажрались, мы их едим ого-го, а лайм, он, не надо им пренебрегать, это другая вещь. Не родственники, братья младшие. Ну что, минут 10-15 пусть стоит, доходит. Никуда не спешите, пусть полчаса поварится, хуже не будет. Вот смотрите, какая красота. Вот это да. Сегодняшний съемочный день мы готовили суп рыбный из лососи. Смотрите на канале, обязательно ссылка есть и в предыдущей. Значит, готовим солянку рыбную по рецепту Сергея Цыгаля, художника-путешественника и просто хорошего человека, и отличного повара вот такого. Он сделал вообще обалденно. В клубе имени Кожухова мы готовили. Там тоже есть ссылочка внизу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Значит, там есть еще Инстаграм, соцсети, ТикТоки, Шмиктоки, все вот это вот, все обязательно в описании. Нужно смотреть. Ну, естественно, поделитесь со знакомыми, родственниками. Мы будем очень рады, если к нам будут приходить подписчики и больше народу узнает о том, что мы здесь делаем с ребятами. Вот. Это для нас будет дополнительная мотивация, чтобы придумывать какие-то новые, не придумывать, а воплощать в жизнь новые рецепты и придумывать какие-то новые форматы, может быть, выездные, может быть, по России поедем, а потом по миру начнем. До самого Парижа дойдем, до бульвара Капуцинов, так сказать. Вот, и обратно. Все, ждем, когда солянка приготовится. Заставка. Бегу сегодня с особенной скоростью, да. У нас гости, посмотрите. Она не хотела сниматься, я ее поймал. У нас гости, да, подстава. Ну, что делать? Я попросил Ирину Сергеевну, ну, просто посидеть, посмотреть, как мы тут пашем, как у станка, просто вообще серьезно все. Ну, на самом деле, мы сегодня сняли, считайте, рыбный суп с лососью. С семгой, я попрошу. Потом сняли салат по-кубински. Любимый салат Эрнеста Хемингуэя, шефа Шарова и Андрея Вадимовича Макаревича. Вот, потом мы сняли, а сейчас у нас солянка рыбная по рецепту путешественника, художника и просто хорошего человека. И не просто хорошего человека, Сергея Цыгаля, которого мы готовили вместе с Александром Шириндом. В общем, такой замут у нас сегодня конкретный и столько всего интересного и вкусного, что мы начинаем срочно пробовать солянку. Готово. Ну что, сегодня необычная программа. Давайте маму позовем. Мама, иди сюда. Пусть попробует рыбную соляночку. Пропустим даму вперед. Рецепт проверенный. На, держи. Это моя мама. Мама Ира наша. Очень приятно. Пух. Давай. Пробуй. Такой большой любитель супов рыбных. Сразу уже... И томаты. Ну что? Все сошлось в одном. Рыба и суп. Еще и лука куча. Еще и лук. Это самые проблемные продукты для меня. А в данном случае? Чувствуется рыба, лук и томат. Кто это любит, это очень вкусно. По-моему, мы выпуск испортили, нет? Ребят, вам не кажется? Мы все испортили. Нет. Я пригласил самый геморройный суп. Существо. Да, нет, существо тоже. Она лук не ест, рыбу почти не ест, и томатные супы тоже не ест. Ну что?
Оливки нормально? Да. Вылавливай тогда оливки, каперсы, тут каперсы острое что-нибудь выберешь. А картошка есть? Есть, конечно, доставай. Вот, картошка – это хорошо. В общем, если бы в воду положили картошку, положили бы оливки и каперсы, это был бы любимый супер Инны Сергеевны. Ну как, на самом-то деле, так-то, если реально. Вкусно. С хлебом вкусно, потому что он такой остренький и насыщенный. А мне черный надо. На этот белый ешь. Еще и белый хлеб докучи. Едь в больницу. Не смеши меня, пожалуйста. Давай, давай, продолжай портить нам выпуск. Какой у нас там выпуск-то? 60 какой-то уже. 69. Мы поэтому с самого начала не приглашали Ирину Сергеевну к нам в выпуске, чтобы мы стали более уверены, пообнаглели, поправились чуть-чуть, чтобы она на взлете нас не сбила. Хлеб не я делаю. Да? Он не имеет отношения, да. Да не вкусно. Нормально? Да. Все хорошо. Все, тогда давай, вот на тебе тарелку, на тебе кастрюлю. Не пересолено, чуть-чуть остыло. На тебе кастрюлю цело. Да, я попробую тоже. У тебя ложка большая, а у меня элегантная. Дай кусок рыбы сразу съем. Ну тут очень важно вот эти каперсы, томаты и оливки. Все. Прямо один в один, прямо как у Сергея получилось. Мне, я очень доволен. Вкусно. Все, спасибо большое. Ирина Сергеевна как раз причастна к нашему генеральному спонсору, торговому дому. Модному дому. Модному дому Алисия Фьори. Она там дизайнер, стилист, кто-то там еще. Рассказывай. Все, в общем. Я все. Это все. Да. Поэтому и программа, и проект был сделан для того, чтобы я ел, а Ирину Сергеевну рекламировал. Вот так вот. Ну, кого? Да. Евроньюз. Да. Спасибо. До свидания.